Как минимум 5 человек получили ранения в результате столкновения поездов в швейцарском городе Рафтс к северу от Цюриха. По сообщениям местных СМИ, наиболее серьезные повреждения получил машинист одного из составов. Кабина локомотива, в которой находился, почти полностью смята. Авария произошла на выезде с вокзала Рафтса. По свидетельству пассажиров, скоростной поезд, следовавший из Цюриха, въехал сзади в местный региональный поезд, покидавший в этот момент станцию. Вагоны одного из поездов сошли с рельс. На месте работают спасатели, пожарные и медики. Со всего кантона в Рафтс прибыли машины скорой помощи. Остановлено движение поездов по направлению к северу от Цюриха. Hast du noch zwei, muss ich noch ein Zimmer holen.